Снова здравствуйте, дорогие друзья. После небольшого, надеюсь, не слишком затянувшегося в вашем понимании перерыва, снова программа в эфире. Напоминаю, что нам можно звонить сюда по телефону 645-9297. Меня зовут Александр Лучков. В гостях у нас Алексей Архиповский, лауреат, дипломант многочисленных фестивалей, фолк, джаз и так далее, симфорока, в общем. Можно его спросить о чем угодно, совсем хорошо, если это будет связано с музыкой. Тому, кто задаст самый хороший вопрос сегодня в эфире, будет приз специальный от компании «Динатон». Вот у нас уже поступил первый вопрос от нашего постоянного телезрителя. Правда, сегодня он не телезритель, но вопрос, тем не менее, задает. Итак, Владислав из города Сыктывкар спрашивает, а точнее говорит, «К сожалению, не вижу вашей передачи, так как нахожусь в глухой деревушке на заготовке сена. У меня такой вопрос. У музыканта и инструмента складываются почти человеческие отношения. Думаю, вы не являетесь исключением. А случается ли такое, что случаются маленькие ссоры с инструментом, когда балалайка не в духе, не звучит так, как хотелось бы?» Вопрос хороший, вопрос интересный. Действительно, да, особые ощущения с разными инструментами, у меня складываются разные отношения. Почему я люблю старые, например, инструменты, они мудрее просто, они, им есть что сказать. Они сами уже много знают. Они уже много знают, они много прошли, у них другой звук и другие вообще диктовки, как бы они диктуют мне материал какой-то, тот, который я не буду играть на другом инструменте, например. Вот, так что действительно, вот этот, кстати, Степан, я его называю Степан. Он не самый глубокий по тембру, но добротный, порядочный инструмент. А в коллекции еще есть какие-то имена? Женские, нет, например? Вот, нет, ну вот тот вот Налим, он и есть Налим. Это уже обречен на это имя. Это Страдивариус. Вот, уважение. Налим и... Страдивариус, так и зовут. Да, да. Да, да. Хорошо, тут еще примечание. Уверен, что вы много гастролируете и исполните произведение, которое отражает сегодняшнее состояние деревни. ПС, надеюсь увидеть передачу в повторе. Это он к тому, что он обязательно проверит. Хорошо, да. Но у нас как сейчас раз попробуем. Сейчас музыкальный номер заготовлен. Я